лучшая пара на планете! Бурный, бурный, вас вообще не слышу! Дорогие друзья, и по нашему древнему русскому обычаю сейчас встречают родители молодых караваем, хлебом и солью. Итак, дорогие друзья, и, конечно же, наши молодые примут от них благословение. Дорогие наши дети, Лизонька, Денисонька, поздравляем вас с днем свадьбы, с рождением вашей семьи. Любите друг друга, берегите друг друга, доверяйте друг другу. Примите в знак родительского благословения этот каравай, символ благополучия, символ достатка, символ добротной, хорошей жизни. Каравай – это достаток, а соль – это предупреждение о том, что не всегда все в жизни бывает гладко. Для того, чтобы вы преодолели все трудности, угоститесь этим караваем. Дорогие друзья, мы-то с вами знаем, что если Денис больше откусит, значит, правильным хозяином будет он. А если все-таки наша силая Лиза больше откусит, значит, хозяйкой будет лучше. Она аплодисменты! Лиза, кусай больше! Итак, дорогие друзья, издобрите это все солью, издобрите это все солью. А мне хотелось бы посмотреть, где у нас Денис откусил? Где у нас Денис? Вы в одном месте, дорогие друзья, у них равноправие. Аплодисменты, давайте порадуемся. Вы угостились этим караваем. Пусть в ваших сердцах сохранится то тепло, которое сберег для вас этот каравай. Пусть в вашем доме всегда звучит звонкий детский смех. Пусть ваш дом будет полный чаши. Совет вам да любовь, хлеб да соль. Аплодисменты. Благословляю вас, дорогие дети. Богом. Еще раз? Нет, поставьте себе.